Продолжается строительство крупнейшего в столице стадиона на 30 тысяч мест. Данный объект, который занимает 9 гектаров, расположен на улице Низами Ганджави и будет сдан в эксплуатацию к 30-летию государственной независимости. Строительные работы, которые сейчас идут полным ходом, находятся под постоянным контролем руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Согласно проекту, стадион будет состоять из двух уровней. В настоящее время ведутся железобетонные работы на верхних этажах здания с использованием необходимого оборудования и механизмов и соблюдением требований градостроительной отрасли. Здесь будут созданы современные условия для проведения различных спортивных и культурных мероприятий. На его территории запланировано создание вспомогательных помещений, а также стоянки для автомашин. Стадион будет состоять из 4 трибун, которые разместятся на 2 ярусах. Площадь футбольного поля на этом современном стадионе составит 105 на 68 метров. На первом открытом этаже под восточной и западной трибунами стадиона запланировано строительство раздевалки для спортсменов и судей, душевой и медицинского пункта. Также здесь будут построены тренировочные залы и кафе. Для гостей запланировано строительство отдельных кабинетов в общей сложности на 448 мест, площадки для гуляний на высоте более 9 метров и других вспомогательных объектов. Каждая трибуна и часть стадиона будут иметь отдельные входы. Следует подчеркнуть, что в период государственной независимости сфера спорта получила большое развитие, а для спортсменов страны созданы современные условия для тренировок. Зумрад Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума. Новости.